Так, сейчас мы будем менять в Opel Astra G, будем менять воздушный фильтр. Так, покажи фильтр. Вот он, новый фильтр. Fix Air. Проливали новый. Для этого ослабляем вот здесь вот болтик. Хомут. Так, давай вот это вот раз. Технические неполадки. Грязненький. Подняли, смотрим. Тут вроде бы чисто, смотри. Но вроде бы и грязно. Вытягиваем. Дивите. Дивися, паук звив гнездо. А, це стрекоза. Дивіться, який грязний. Може это? Попылесос. Пап, піднеси до света, покажи, який грязний. Ти подивись, що там робить. Покажи, який грязний. Диви, який тут грязнючий. Грязнючий. Давай новый засовывай. Давай пылесосик и быстро. Так, делай это выключить пока. А, ну пылесос. Ты насадку не взяла, да? Так, берем и чистим полость туда, где оставляется воздушный фильтр. Кепочки в середине, нет? Так, сейчас мы примем на то кепочки. Вот, делай паузу, сейчас попробуем. Так. Так. Чистим специальной отверткой. Специальная отвертка, супер. Называется отвертка... Все чистилка. Отвертку сюда запихаем. Офигеть тут что. Делай, что робится. Надо бы, конечно, было бы туда пылесосом, да. Что там, ряд есть? Богато. Че, на налоги. Чуешь, это загрязнился хорошо так, да? Мы его проверяли. Подивиться, там любой стороной можно фильтр ставить. Ну, в смысле, вверх есть, нема. Есть, конечно. А я бы его выймала. Мы же его уже на видео есть. Я помню, как мы выймали, но там вверх, вверх и низ. Ну, не зад и вперед. В смысле, а чем он вниз ставится, так? А тут вверх, нема вверх. Тут, давай еще одну салфеточку и все. Привет.
А ну смотрите, все вроде бы так. Да все, все. Сюда, конечно, пылесосом засосаться. Ой, последняя салфетка. Протираем опель. Ну все, ставим теперь. Давайте фильтр. Фильтр давайте сюда. Идут не фильтр. Такие чистые. Упала это, да? Кто? Штука упала. Офигеть. Я как? Слепочка. Подожди, же, стой пока. Давай. Так. Ставим вот здесь, прижимаем вот это вот. Так вот. Вставляем поли и двигаем. Вот. Раз. О! Прижали. Прижали. Так, теперь опускаем это вот. Ты не снимаешь? Снимаю. Понятно. На. Чё, она не хочет? И одной штучки нету. У нас вот ломано, типа, ну это. Отломано. Так. Сейчас вот едем, посмотрим, где оно там. За... Опа. На, вот я что закрутил. Все? Закрутил. Надо закрутить эту штуку, да. Так, тут мы отключили, попробуем. Раз. Без фанатизма закрутили. Так, одна штучка у нас упала вниз, или на защиту, или на асфальт. Значит, все. Заканчиваю. Так, да. Так, у нас в
возникла маленькая проблемка, упало крепление, застежка одна. Вот. И мы что? Купили в магазине в ближайшем Сланоса. Вот. И она вот раз застегивается. Все легко, просто. Причем вставляется также, ну покажу тут. Сюда вставляется штатные крепления опелевские. Вот раз. Посмотрим, как оно будет. Спадет или нет. Не должно, нет. Если спадет, то может сюда попасть. Но не должно спадать. Если оно спадает, то так. Раз. Все отлично. Хорошо подпружинено держит. Так что с обычного Ланоса украинской сборки подходит на Opel немецкой сборки. Opel Astra G. Да. Закрываем. Раз. Запускаем.